В Тверской области продолжается ремонт дороги Москва-Санкт-Петербург, Большие Барки, Нестерово-Черничино. Работы ведутся по нацпроекту безопасной качественной дороги. На одном из ремонтируемых участков побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Дорога связывает юго-западные округа Верхневолжья, Ржевский, Зубцовский и Старицкий районы с федеральной трассой М-10. Кроме того, дорога проходит параллельно федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо России». Также участок дороги проходит по туристическому маршруту в Старицу к древним храмам и комплексу Свято-Успенского монастыря, основанного в XII веке. Сейчас на участке рабочие расчистили полосу и отфрезеровали 13 километров асфальтового покрытия. Ведется укладка выравнивающего слоя. 31 августа 2023 года планируется закончить весь комплекс работ по ремонту данного участка автомобильной дороги. Это полностью устроить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, провести ремонт посадочных площадок, заездных карманов, съездов, примыканий, а также в рамках правил дорожного движения установить недостающие дорожные знаки и нанести разметку термопластиком. Ремонт дороги ведется в три этапа. В прошлом году подрядчик уже отремонтировал 20 километров. В этом году предстоит сделать участок протяженностью 18 километров. Всего подрядчик должен отремонтировать 65 километров в Старицком и Калининском районах. К слову, дорожно-строительный сезон Тверской области стартовал еще в апреле. Всего в этом году планируется отремонтировать более 630 километров региональных и местных дорог. Ремонтные работы на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области выполняются в основном в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы выполняются на территории таких муниципальных образований, как Бежецкий район, Санковский район, Торжокский район, Калининский, Конаковский, Торопецкий и других муниципальных районах. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, современные дороги создают прочную основу для роста экономики, успешного развития задач в социальной сфере и повышения темпов развития региона.